Друзья, всем привет! Сегодня новый день, сегодня новые заказы, новые договоры и, возможно, новые закрытия. Я сейчас просто кинул клич, у кого ближайшие будут осмотры. Кинул, ответил нам Максим. Максим — это человек, который у нас углубленно занимается диагностикой BMW, Mercedes'ов и VAG. Сейчас у него есть несколько осмотров по заказу и, по-моему, разовый осмотр BMW. Поехали к нему, посмотрим, как проходит его работа. Он расскажет про свои текущие заказы. И попутно, наверное, заедем еще и заключим договор на очередной подбор. В общем, все сегодня, опять же, буду рассказывать, все показывать. Поехали вместе со мной. Максим, привет. Ну а теперь смотри, рассказывай. Я к тебе не просто так прилетел. Я тебя отвлекаю? Да. Ну ладно, давай я пока посмотрю, что это за автомобиль так визуально, ты потом расскажешь подробно. А что он такой этот, незаюзанный? Ну прям видно, что он какой-то такой, очень свежий. А цена у него? 765. Это год какой у нас? 12-й. Классно. Вот чтобы вот такие варианты выцеплять, нужно рано просыпаться и держать всегда руку на пульсе. 12-й год, 765 тысяч, один владелец, 70 чем-то тысяч пробега, Макс сказал. Только было недавно сделано ТОшка. А, тут вообще все по красоте. Слушай, нет, очень круто. Крышка багажника, и то я так подозреваю, что красили по гарантии. Да? Почему? Потому что, ну, видно, что сделано качественно, и до 200 микрон. Ага. То есть, скорее всего, дилерская, да? Ну, она обслуживается с дилером. Ну, понятно. Хозяйская машина. А? Хозяйская машина. Этим жиром натирают. Слушай, это я удачно заехал. Итак, получается, я приехал к Максиму посмотреть, что у него сейчас. Я понял, что у него за осмотры. И тут получается, что у нас шикарнейший вариант. Странно, не прикольно, что такое. Это Nissan X-Trail 2012 года. За 765 тысяч. А это по какому подбору у тебя? CRV. Но X-Trail тоже рассматривает. Ну, бюджет? 750. Это 765. Да? Угу. Это без торга еще. Ну, да. Но торга, наверное, и не будет за состояние. Блин, обалденная. С панорамой. По технике тоже тормозные диски свежие, ну, не изношенные. Угу. Ну, резина так себе. Вот. По-сервиски ее надо посмотреть. Мы же ее бронируем сейчас, да? Сейчас снимем ролик, отправим клиенту. Ты видео теперь отправляешь? Да. Да? Ну, на самом деле, да, это потому намного... На фотографии, когда ты фотографируешь кучу все косяки, как бы не так реагируют. Согласен. То есть видео, наверное, все-таки больше представления дает об автомобиле. Ну что ж, я больше сейчас показывать эту машину не буду. Сейчас мы будем решать вопрос, отправлять отчет клиенту, решать вопрос с бронью этого автомобиля. И вот когда мы будем его забирать, тогда я уже покажу, наверное, более детально. Итак, всем привет. Нас давно спрашивали, когда же появится место, где все вы можете пройти ТО и обслужить свой автомобиль. И наконец-то оно появилось. Мы находимся в Cleanly Car Garage, и сегодня мы его открываем.
Наконец-то, по многочисленным просьбам наших и клиентов, и подписчиков, мы открыли собственный Clean Car Garage. Здесь вы можете получить качественный итоговый осмотр автомобиля. Хотите, привозите сюда автомобиль перед покупкой на комплексную диагностику. И кузова, юридической чистоты, ходовой, компьютерной диагностики, все в комплексе. А если машина вам понравится, то наш специалист поможет вам заполнить договор купли-продажи. По итогу X-Trail мы забронировали, а сейчас мы полетим на осмотр. Ты куда? А, Макс возьмет оборудование. Да, и сейчас мы летим у Макса разовый осмотр BMW, интересные GT-шки. Кстати, заказал осмотр мой хороший знакомый, скажем так. Он сейчас собирается обновить автомобиль. И вот сейчас поедем проверять, насколько хорош GT, который он нашел. BMW Gran Turismo. В общем, потом поедем с Максом на договор. Сегодня еще мы забираем с клиентом этот Nissan X-Trail, поэтому сегодня день будет уже, понятно, интересный, насыщенный. И попутно мы какие-то еще, возможно, проведем осмотры. Поэтому не переключайтесь, смотрите нас дальше. Это 530-я дизельная полноприводная GT-шка. Максим вдоль и поперек обсмотрел, облазил этот автомобиль. Оп, прикрепили. По коробке нареканий нет. Пробег, родной пробег 127 тысяч, по-моему. По кузову по правой стороне есть окрас и немного ремонта. Все делалось в Евросибе, и человек подтвердил это все. То есть он давно владеет автомобилем, это второй владелец. Машина по-честному хорошая, прям классная. По цене, ну, клиента нашего, кто заказал разовую диагностику, она устраивает. Сейчас поехали на небольшой тест-драйв для того, чтобы провести тест турбины надо. Если все сейчас подтвердится, что по турбине все гладко, то сегодня Александр, наш клиент, будет забирать этот автомобиль. Блин, ну, машина классная. Сейчас после тест-драйва, значит, мы прощаемся и летим в центр на подписание договора.